Вот, друзья, пришла я на реку с кукурузой. Накидала этим придуркам кукурузу в воду. Они даже шеи не опустили. Им лень, видите ли. Они ждут хлеб. Они за мной плавали по реке, пока я была одна. Ну, не одна, мы с Никой вместе. Плавали взад и вперед. Я продолжала кидать им кукурузу, им было насрать. В конце концов пришел мужик, накидал им сухарей. И все нормально. Животинки довольны теперь. И докажи кому-то, расскажи, что они на хлебе дохнут, если вот у нас как было с самого начала. Три лебедя. Так под конец зимы три лебедя и осталось. И в основном кормят их хлебом. Пошли? Собака. Собака уже устала, домой хочет. Вот, смотрите, даже тут абрикоска у нас. Ну, лыча какая-то. Но здесь она очень пахучая. Тут прям ветер, когда дует от нее на тебя, то очень пахнет классно. Ну и трава местами у нас, конечно, уже по колено, потому что у нас сейчас идут дожди. И трава реально поперла. Так что весна полным ходом. На 2 недели раньше это минимум, а то и на 3. Ну, пошли сюда, ладно. Уже находились по песку. Ой, вот здесь как пахнуло от этой абрикосы, офигеть вообще. Ну вот так, друзья, лебеди живые, питаются хлебом. Грустное видео, наверное, для любителей птиц. Но то ли люди приучили лебедей, то ли лебеди приучили людей, понимаете? Потому что они уже реально лентяи, просто такие лентяи, что они ничего, кроме хлеба, жрать не хотят. Поэтому у меня сейчас даже какая-то злость на лебедей этих, если честно. Но по поводу травы, вот. Тут не по колено, конечно, но есть местами и по колено. Зеленая-зеленая весна у нас уже. Смотрите, какая красота вообще. Все в белых цветочках маленьких. И забыла сказать, конечно, я еще отнесла кукурузу крыскам. Покормила крысок. Там есть, конечно, норы, но там местами перерыто и маньяками, наркоманами. Может, и маньяками. Вот, так что там непонятно точно, где рыли крысы, а где маньяки. Вот, так что раскидала там везде кукурузу. Вот, абрикосы у нас уже отцветают. И что будет по урожаю, большой-большой вопрос. Тут прям какое-то сборище, какое-то место перекопанное почему-то. Но не похоже, чтобы хоронили кого-то. Но почему-то перекопанное. Но в любом случае, тут у нас сейчас убирали службу в последнее время, поэтому убрали все, что только можно было. Повыкорчевывали. И солдатикам видно на земле черное теплее. И они здесь устроили свидания. Кошмар, как их много. А вот здесь реально по колено, вот эта трава пахучая, про которую я рассказывала в телеграм-канале, она реально пахнет анисом. Сами листья имеют очень ароматный, очень сладкий запах, и на вкус она сладковатая тоже. Я с детства грызла, живая, так что не отрава. Ну вот, реально уже выше колена. И везде-везде у нас уже опавший цвет абрикосы. Уже даже барвинок распустился. А я думала, что он позже. Ну да, в принципе, в этом году все на 3 недели раньше.
Собака, ты устала? Идем домой, да? Солнышко, идем домой. Всем пока-пока.